гости, поудобней, ведь свадьба делает болтаем. Выбирайте соседа повеселей, а соседку посимпатичнее. Мужчины к закуске поближе, а женщины к выпивке. Дорогие гости, дорогие мамы, папы, братья, сестры, бабушки, дедушки, друзья, подруги, приветствую всех, кто приехал, прилетел и просто нашел, и место свое за столом он нашел. Сегодня за столом самые преданные и дорогие люди молодой семьи. Поэтому позвольте обращаться к вам, дорогие друзья. Дорогие друзья, на всех собрал сегодня на этих праздничных столов наиболее чтимый, наиболее любимый праздник на Украине. И имя его – свадьба. Так пусть же начнется наша свадьба. Дорогие молодожены, попрошу снять с рук ваши ушки. И вместе, потуже, как можно потуже, завязать узел, чтобы никто никогда его не развязал. Сильно-сильно, чтобы никто его не развязал. Пусть самые теплые, самые сердечные слова звучат в адрес жениха и его невесты в этот вечер. Пусть громче тысячи салютов звучит свадебная гофера. Давно уж выпить нам пора. Молодоженам дружное ура! Ура! Ну что же, гости, наполняем бокалы. Наполняем бокалы. Мужчины ухаживают за женщинами. Сегодня пьем безалкогольное. Скучно без водки. Не буду автомобиль. Так, жених нашел свидетельство о браке и хочет показать всем присутствующим гостям. Пожалуйста, встань и покажи. Кто хочет, можно даже прочитать, подойти. Алло? А, и ты слепой. Да я. Ну что, можно наливать, наполнять бокалы. Мужчины, ухаживайте за дамами. А дамы, в свою очередь, побольше насыпают за кружиной своим мужчинам. По-моему, действительно. Действительно, да? Я не знаю, что это такое.